Всем привет, на канале Железяка Гейм, меня зовут Евгений. Сегодня мы начинаем первое сопрохождение по игре City Skylines. Начнем с маленького села, какого-то такого простенького. Взял стандартную карту. Тут леса, отлично, что-то есть. Что у нас по почвам? Ничего у нас нету. Так, игра запущена. Строим. Ничего не построить можем, да? Естественно, первую дорогу. Какую-то корявенькую. Что-то выставить. Можно шоссе? Шоссе можно какое-то? Ничего у нас нету. Просто дорогу, да? Вот так вот. Так, нам открылись другие дороги. Так, односторонняя есть? Так, вот, берем остороннюю пока. Не сильно густо. Туда-сюда поворот, естественно, мы удалим его, чтоб нам не мешал. Так, сделаем так вот. Все, пока до начала нормально. Может, какой-то трехполосную. А есть односторонняя? Да, в одну сторону есть. В одну сторону. А ну-ка, в одну сторону. Три есть полосы? Так, не то. Двойные, да? Пока двойные. Все, двойные пока будут. Вот так вот. Начнем с какого-то села. Не могу как-то почву видеть. И тут вроде нормальная почта. И вот тут вроде. Построим типа как маленьких каких-то коттеджиков со своим домиками, да? Построим сразу просто дорогу какую-то. Дорогу какую-то шоссейную. Типа вот она выходит сюда. Как-то красивенько, типа полудугой. Оп. Чтоб они свернули сразу. Да, нормально. Сюда, пошла туда куда-то красивенько. Тут красивенько она завернет. Да, в какой-то круг. Как-то вот так вот, может. Такой. Такой получился у нас хаотичный, да? Хаотичное что-то получилось. От него пойдет у нас фермы какие-то. Какие-то вот такая дорога грунтовая. Одна ферма пойдет, вторая, третья, вот так сюда, четвертая. Отлично, 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 тут тоже какая-то ферма. Прямая, тут что-то построим. Какая-то хаотичная, круговые, кривые, кривые. Так, что нам нужно? Нам, думаю, дома построить, да? Какие-то дома. Как-то построим какие-то дома. Вот тут построим какой-то маленький домик. От него и плясать будем. Да, вот какой-то такой на 4 клеточки. На 4 клеточки тут. На 4 клеточки где? Где-то тут-то. Вот тут-то будет на 4 клеточки. Так, отлично. Вот тут построим на 4 клеточки. Так, есть. Здесь построим. Так, они заезжают, выезжают. Все отлично, заезжают, выезжают. Нам нужен будет свет. Естественно, начнем, наверное, с ветровой мельницы. Вот тут хорошо. На въезде построим. Конечно, возле каждого дома построить бы, да? Своя мельница будет нормально. Вот тут на въезде построим, да? Две штучки пока хватит. Проведем ИМС. Вот такую штуку. А у меня ничего не открыто, да, не могу построить. Ни парков, ничего. Ну ладно. Строим пока гаража нам, где жить. И водичку, интересно. Ребят, сейчас все будет. Сейчас все будет, построим. У мэра деньги есть. Мэр вам все подведет. Так, вот так вот, отлично. Выведем ее куда-то сюда. Пока вышку поставим. Естественно, что это за деревню, которая не мает этот. Вот, как-то сейчас я проведу сюда где-то. Ну а почему? Рядом возле этой, правильно? Рядом возле этой стоит. Мы же на ферме, правильно? У каждой фермы должен быть свой. Как это? Вот так вот. Так, у каждой фермы должен быть своя вышка с водой. Такая музыка интересная играет. Па-па-па-па. Так, что там у нас? А, вот домик. Как мы домик оставили без воды, да?
Так, смотрим по деньгам, ребята. Что-то мы же не сильно увлеклись. Канализацию надо. Ой, тут такая неудобная это. Засрем все. Ну, а что поделать? Потом выделить мэру деньги, да? Ой, куда ты? Ну и пусть сливается, ладно. Мэру выделят бюджет, и он построит экологическую станцию. Ну, пока у мэра денег нету. Он бедненький, справляется. Так, сколько это стоит? Это 6000 стоит. А это... А если дешевле будет, сколько? Провести? 2700. 2700. 3200. Естественно, построим вот так вот. Вот так вот, так вот. Тебе чуть-чуть. И тебе сюда чуть-чуть. Провели, провели. Давай, открывай, что нам? А что нам надо? Как у нас первый этап? Где посмотреть? Ребят, ага, вот, что нам надо? Деревушка, 400 человек надо. Фук, я деревушка, хочу деревушку. Я не хочу же засаживать полностью. Ладно, тут будет, короче, своя. Свои маленькие коттеджики, да? Потом они расстроятся, будет нормально. А тут построим просто какой-то местный поселок, куда могут приезжать. Тоже так красивенько поворотик. Так, ой-ой-ой, не ту дорогу. Не ту дорогу, ребята, взял. Сейчас, все исправим. Мэру выделили все-таки денежек чуть побольше, чтобы построить более-менее нормальную дорогу. Так, что там? 14 тысяч. Все, тут и тут закончилась как бы дорога основная. Сейчас мы кольцевую сделаем. Какая-то музыка не очень душевно играет. Так. Так, спокойно, с первого раза должно получиться. Не-не. А ну-ка. Вот так вот, на две. Есть. Так вот. Большой какой-то круг получился, если честно. Ну и ладушки. Что поделаем? Какой-то такой. Не очень получился. Деньги тратим. Так, маленький круг надо. Маленький. Какой-то маленький такой. Оп. Вот такой, да. Почти получился вроде нормально. Чуть-чуть. Может кривой чуть-чуть? Не. Вот такой кривой круг получился. Это же деревня, ребят. Бюджетные. Бюджетные средства. Не выделяется. Тут пошла пересеченная местность. И уже пошли просто кварталы для рабочих. Кварталы для рабочих. Естественно. Спокойно. С местом для жительства. Такие квартальчики. Тут тоже построим квартальчик такой. А ну кровненький делай мне. Так, сколько у нас? Подожди, денег. 9000, все, 9000, спокойно. Спокойно, нет. Строим маленькие коттеджики. Коттеджики маленькие, такие какие-то домики. По 3, да? По 3 с промежутком. Вот так вот. Главное, чтобы не тут построилось. Вот так, вот 3 будет нормально. Давайте стройтесь. На троечку включим, чтобы быстрее игра интереса шла, правильно? То я на денечке играю. Так. Не-не-не, это лишнее. Так, текай. Так, пошла строиться. Ты куда построилась? Сюда построилась? Нам нужно 400 человек. 400 человек, пойдем на другой уровень. Так, строим. Так, хорошо, ребята, спокойно, сейчас вам свет будет, проведем, у мэра деньги есть, откуда ближе будет, отсюда, может, вот так вот, сейчас все будет, и водичка будет, своя водичка, естественно, построим, сколько стоит, спокойно, 3500 дорого, а сколько провести будет, ближайшей, 1300, ребят, конечно, 1300, на как захватить все. Как-то можно сэкономить. Ладно. 240. Этим не хватило. Ой, что, денег нема уже? Уже денег нема. Ёбушки-воробушки. Как так-то? Как? Да как так-то? Уже без денег. Так, что это у нас? Очень большая потребность в промышленных зонах. В промышленных зонах. Спокойно. Спокойно. Мы тут начертим... А как я промышленную зону? Я не хочу заводы строить.
Можно какие-то маленькие тут такие курятники построить, внук? Такие-то 2 на 2. Вот, что тут получится у нас? Возле дома, да? Какой-то вот сарайчик вот построился маленький. Потом такие какие-то. Построить, чтобы он не развивался. Историческое задание. Вот. Отлично. 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 Вот такие просто маленькие какие-то... На ферме. Почему на ферме? Действительно, на ферме такое же есть. Есть, есть, все. Возле этого тоже построим. Какой-то маленький сарайчик. Вот 2 на 2. 2 на 2. Давай, стройся. Тут тоже какой-то построим. Насосные какие-то. О, отлично, хорошо строится, смотрите. Что тут? Типа экоферма какая-то. Тоже поставим. Ой, прекрасно, смотри, как построились. Ёшки-матрошки. Прекрасно построилось. Информация окно. Так, подожди. Не суетись. Сейчас мы еще что построим ему. Какой-то еще маленький построим тоже рядом. Ну, возле дома, да, строится какой-то там... Хостовары. Может такое быть? Да или нет? Так, 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 так. Возле этого. Возле этого дома тоже построить надо. А почему бы возле него не построить тоже какой-то домик? На 4. Так, предупреждение, возможности банкротства. Не-не-не-не-не. Шо, 50? А шо, у меня больше нету? А чё у меня минус пошел? Город стоит на грани банкротства. Не-не, ну возьмем кредит, действительно. А чё? В минуса. Почему я в минуса иду? Не знаю, почему это в минуса иду. Почему я в минуса иду? Так, так. Коммерческие зоны. Это что у нас? Ага, это магазинчики. Магазинчики построим возле дороги. Возле дороги, возле каждого дома построим. Пусть эти скупляются. Вот здесь построим какой-то маленький. Значит, на трассе едешь такой. На 4 клеточки, да? На 4 клеточки какое-то здание стоит. Надо было ближе строить. Не стройся, не стройся, у меня света нету. Не мать, что тебе провести. Вот тут поближе построим что-то. Напротив, да, можно построить? Вот, напротив, да, вот такие небольшие какие-то построим. На 3. Давай, стройся. 3. Вот тут. Может тут оставить? Дорога будет проходить дальше. Может быть. Так, вот на 3 хорошо построился, да? На 3. Тут дорогу мы оставим на 2. Че нет, не оставим. Или потом снесем. А я совсем не равняю его. Ну ладно. Так и быть. Так, что-то еще строится магазинчик какой-то. Будем ставить им историческое здание, чтобы они не расстраивались, чтобы они такие красивенькие были. Ой-ой-ой, кто-то. Ребятушки, забыл за вас совсем. У вас воды нету. Эх. Выселились, бедные. Только заехали. Ну, может, вы как-то там отремонтируете, не? Не, никак. Никак, да? А что это за домики маленькие? Стройтесь нормальнее. Что это за огрызки такие? А? Что за огрызки? Едь ты налево. Так, нам нужны промышленные зоны. И магазинчики. Магазинчики, конечно, построим еще. Спокойно, сейчас построим вам. Сейчас еще тут построим парочку. Как раз возле домиков будут дома. Отлично. Отлично, отлично. Застраивайтесь. Главное, сразу не историческое здание стоит, чтобы они не расстроились далеко. Все отлично, хорошо, красиво. Тоже хорошо. Два одинаковых супермаркета. Ой, это тоже прикольно построился. А я даже выровнять не могу. Вот бомжи. Так, что-то еще. Так, так, тут построилось. Так, теперь промзона. Естественно, возле этого дома тоже надо построить что-то. Допустим, допустим, вот тут дорога возле этого идет, да? Ну, куда-то там... Ход застройки, да? Так, вот тут, допустим, что-то на 3 клеточки построится. Какой-то сарайчик можно небольшой построиться? Ой-ой-ой! Ты куда пропал? Ну зачем? Зачем так делать? Взял, пропал. Жили-жили люди, развивались. Очень удобная штука. Вот это оставить, да? Ой, не то.
Не то, не то. Не то. Вот это убираем полностью. Это не. Та, ёшки-матрёшки. Так, раз. Это нет. Вот это оставляем. И вот это оставляем. Все. Тут домик назад. Возвращайся, домик, пожалуйста. На сколько тут было? На 4? На 4 клеточки был домик, да? Да, возвращайся. Ты застраивайся. Да, давай, что тут построилось? Какой-то подход сарайчик, да? О, отлично. Отлично. И тут еще что-то построишься. Я тебе сразу историческое здание. И тут историческое здание, чтобы не расстраивался. Все отлично. Давай, домик стройся быстрее, потому что у них сейчас ничего не будет. Они обанкротятся. Конечно, тут, конечно, сарайчики еще какие-то построились. А ну, снесем их. И построятся, может, какие-то сарайчики. Подожди, подожди. А то сейчас застроится тут. Ладно, что построилось? Здоровое здание какое-то построится. Не-не-не, это не надо тут. Не надо нам тут, не надо нам тут. Это маленький сарайчик постройся. Домик, давай, что? А, не масс, просто домик. А что нам надо? Нам надо заводы строить. Какие-то. Какие-то заводы. Хорошо, тут будет какой-то отдельный завод. Мэру выделили чуть деньжат. Построить... на объездной трассе. Будет объездная трасса. Сейчас. Вот. Объездная вокруг города. Чтоб не в городе ехали. Вот так вот. За этими. Так, а ну, спокойно, привязочка. Ага, есть привязочка. Так, вот так вот. Так, клеточки. Не надо нам. Вот так вот. Под углом. Вот так вот. Вроде более-менее ровно. Не знаю. Ровно или нет, ребят? Как вы думаете? Так. Ага, идет не под углом, да? Вот так вот. Провели тут дорогу в промзону. Тут будет промзона какая-то. Для рабочих. Так, тихо, спокойно. Какая-то такая вот. Хочу какой-то такой красивенький. Оп, вот так вот. Просто, просто хочу. Просто и хочу. Какая-то такая вот будет. Промзона. Вот так, отлично. Вот квадратик какой-то получился. Не знаю. Ой-ой-ой, тихо, 8 тысяч. Все-все, строю, строю. Не... Ты что там вообще, блин? Так, подождите. Надо убрать лишнее. Да, елки-палки, где ты? Убирайся. Лишнее надо убрать. Сейчас мы уберем. Вот так вот, что-то ставим, что-то не ставим. Так, теперь возвращаем. Вот тут-то нормально. Вот тут-то... Тут ненормально. А что тут ничего не вылазит или что? Можно что-то другое? Так, подожди. На паузе, бо сейчас что-то пойдет по одному месту, я чувствую. Мы только начали строиться. Мы в кубик не влезли, да? Мало кубиков. Ага, не полностью кубик. Ну, конечно, ну как так? Так. Ну вот, смотри. Ага, не влезли. Ну, не влезли, значит не влезли. Надо удалить. Так. Так, чтоб влезли. Сейчас мы влезем. Так. Спокойно, спокойно. Так. Тут влазит. Все, тут все влазит. Отлично. Тут все влазит. Промзона. Тут какие-то дорожки такие обычные пошли. Ну что это? Промзона. Вот тут дополнительная дорога. Дополнительная это со мной. Чтоб не нагружать ее. Так, отлично. Тут будут заводы. Вот так, отлично. Так вот, как-то так вот. Почему бы нет, правильно? Так, вдалеке от домов не строим сильно близко. Вот, и ставим, ставим какие-то небольшие по три, что ли. Ну, чтобы небольшие были какие-то промзоны или что-то, что-то в этом роде. Какие-то маленькие эти. Тоже, тоже место существования должно быть. Все, давай, зарабатываю.
Давай, за работу. Какие-то полусклады. Так, хорошо. Вот тут тоже какой-то пост строится. Вот, по одной. Ой, прекрасно, отлично, отлично. Сейчас, ребята, не суетимся, сейчас водичка будет. Спокойно, спокойно. Подведем вам. Все есть, все есть. Без паники, без паники. О, денег нету, денег нету. Почему? Почему налоги, налоги? Так, а ну-ка, налоги можно что-то? Так, мне и так налоги нема. Бюджет. Извините, ребята. Мы бюджет убавим, насколько можно. Да? Нормально. И бюджет убавим на воду, извините. 50%. Все, больше нема? А только бюджет на свет, все, больше у нас ничего нету. Давай, давай, минус 456. Еще кредит взять надо? А можно кредит? Где еще кредит взять? Я даже кредит не взять не могу. Божечки-то-рожечки. Минус 700, минус 718, минус 600. О, домики, домики построились. Надо быренько домики строить. А нема куда ставить, мне даже нема за что построить. Ёшки-моталки! Минус, сейчас походу... Дай кредит, дай кредит, можно кредит? Кредит. Не могу кредит взять даже. Как неудобно получилось. Вот тут маленький домик построился какой-то. Блин, не хочу строить. Дайте... Дайте, дайте, дайте. Минус 1000, минус 1800. Серьезно? Минус 9 уезжает. Ой-ой-ой, сейчас мы походу банкроты будем. А что делать, а что делать? Не знаю, придется тут дома строить. Но я не хочу тут дома строить. Это основная зона заезжать. Я тут тоже не хочу строить. Тут может... Вот тут в кольце построим. Да, какие-то пусть дома пусть будут. И тут в кольце. Вот так, отлично будут какие-то домики соседские. Тут пусть живут. Какая-то типа кольцевая. В этом роде. Давайте, ребята, мне деньги нужны. А как я вам тут свет проведу? Может, как-то прицепитесь, не? Может, как-то прицепитесь, а может, не прицепитесь. Давайте, давайте, ребятка, заселяйтесь, заселяйтесь. Очень гроши треба, очень, очень, очень. Такая будет кольцевая инфраструктура. Зацепитесь как-то вон до того этого соседского. Соседского дома зацепитесь. Потому что вам никто не пройдет. Пока поживите без света, ребят. Пока без света, пока без света. Вот, зацепитесь как-то сюда. Вот, давайте вот как-то сюда зацепитесь. Вот сюда, подцепитесь, пожалуйста. Вот сюда как-то постройтесь и зацепитесь. Вот чуть-чуть осталось. У меня не мастер построить, минус 4000. Воды нема, ничего. Походу, ребята, как начали, так и закончили. Я обычно играю на этот... бесконечные деньги. Очень удобно. Строю себе удовольствие. Без этой миссии. Вот, и заводы перестали работать. Минус 5000, минус 139, минус 160. Потому что вот это за это мы платим. Ну давай как-то вот сюда подсоединись. О, ешки-моталки, сейчас просремся. Может как-то вот тут построить что-то, какой-то заводики маленькие. Тут как раз завод, что тут вода, где вода есть? Вот вода есть тут, да? Построим какие-то маленькие. Вот какие-то построим тут маленькие, пусть строятся. Какие-то можешь построиться, там вода будет тут, а? Где вода? Ой, тут нема воды, все, а тут не надо строиться. Тут не надо строиться. Тут не надо строиться, тут воды нету. Не стройся здесь. Вот это может и хватит, а вот это может не хватит. Да, тут стройся, тут водичка тебе хватит. Водичка, свет тоже хватит. Отлично. Да, давай, давай, ну пожалуйста, пожалуйста, минус 6000. Что такое, вы видите, что сеть воды нема? Нормально хватает, смотри сколько. Вот такой водички.
И что сеть водопровода покрывает все необходимое. Да-да-да. Ну не покрывает, что сделал. Ну не хватает у меня, ребят. Минус 7 тысяч. Живите, живите, ребята. Живите, сейчас жизнь наладится. Может, дождь пройдет там. Я не знаю. Давайте, давайте, давайте. Минус 7. Что, на убыль? Да, убавляется вроде, не? Не, нифига. В минуса идем. Это домики только тут какие-то. Давайте, мне нема даже уже построить. Сейчас я тут буду строить дома какие-то. Для жилья какие-то. Давай, коттеджные домики построятся. Ой, не так. Что поделать, ребята, придется заселять людей. А что ж я заселю, у меня тут воды не хватит, да? Вот, воды нема, что я тут заселю? Без света, без воды. Не-не-не-не, я пошутил, ребят, не... Вы ж тут без ничего просто проживете. Ни воды, ни света нема. О, не, засыпился. А что ж ты засыпился, тут ничего нема. Ой, нет-нет-нет-нет-нет, не стройся, не стройся, не стройся. Убрать надо. Давай, только чудо, минус 9, дохода никакого нету. Завода не функционирует. Мини-заводы, вода надо. Что тебе еще? Что тебе еще надо? Давай какой-то, большие заводы. Нужны большие заводы. Отлично. Придется тут строить, ребята, большие заводы, чтобы выручали нас. Бо сейчас просто загнемся. Отлично, тут еще. Давай, стройте, стройте что-то. Придется строить. Хотел красиво построить, а получается, не получается построить красиво. Нам нужны большие функционирующие заводы. Чтобы приносили денежки. Так, ты... У тебя воды нету, дружочек. Переселитесь пока по-быстрому. Давай, давай, родники, выручайте. Давайте, в минуса... В плюса надо идти. Минус 230, 250, минус 300. Доход будет какой-то? О, ядрит Мадрид. Давай, 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 как-то придется и тут заселять людей. Не получилось красиво поиграть. Вот тут, да, построим? Что тут? Можно построить что? Ага, тут нема. Ага, вода есть, да? Вот тут вода есть. Построим какие-то коттеджи вот такие. Пусть люди живут. Нам нужно место. Нам нужно место для жительства. Так, вот тут уберем. Тут уберем. Не с той стороны убрали. Давай, берись полностью. Вот так, отлично. Как раз местечко освободилось. Вот. Давай, отлично. Стройся. Стройся тут еще что-то. Все, давайте. Денежки, денежки, ребята. Минус 287. 288. Давай, стройся, стройся. Ребят, как вы там живете вообще? Вы там... Ой, там что-то улыбается, кто-то расстраивается. Походу, им что-то хватает. Ребята, походу, к вам соседи придется солить. Извините, ничего личного. Это бизнес. Это бизнес. По-другому никак мы не выжим отсюда. Так. Вот тут как-то... Вот тут надо убрать. А ну, как-то уберись отсюда. О, отлично. Отлично. Подожди. Подожди, подожди. Убралась полностью, походу. Да, тут не надо убираться полностью. А ну-ка назад. А чё ты? Включись. Включись, включись. Или все нормально? Работает? А чё ты? Так, ничего не пойму. Давай. Так, есть или нет? Ничего не понял. А, я убрал. Так, я убрал. И назад. Все отлично, тут все есть. Тут не надо. А чё у тебя света нету? Тебе не хватает? Ну не хватает, ну а что поделать? Что я вам сделаю? Ребят, ну что я сделаю? Ну давайте чуть больше. Что там, хватило света? Есть, живем, ребята, еще живем. Еще местечко есть, вот давайте. Фуры приехали, о, давайте, работяги.
Давайте работаем, работаем. Так, а тут ага, электровышка. Тут маленький дом на 3 построим. И тут что-то построить еще. Давай, давай, что там? Мы в минуса уходим. Минус 281. А, это... О, минус 90. Ребята, неужели, можешь вытащим? Сейчас, может, вот тут еще даже строим. Вот тут. Что, что-то у нас хватает? Да, тут можно построить дома. Придется строить, ребята. Потом мы их просто выселим. А что поделать? Ну, нужно. Я хотел как-то культурно поиграть красивенько, а не получилось. А уже 30 минут, так на секундочку. А игра нам не дает просто насладиться игрой. Игра не дает насладиться игрой. Как можно? Я хотел красивенько, как в американском стиле, построить эти великолепные ихние, как они, фермы. У меня там где-то мы строили свои фермы. А получилось шишка боброви. Игра говорит, не, ребят, вы будете играть по моим правилам. Вот тут вообще ребята как-то не живут, без воды живут. Я даже не могу минус 12 купить ничего. Так, что тут у нас еще? Вот тут ничего не могу. Вот тут заводик еще могу какой-то мастануть. А тут еще домики могу построить. Строим, естественно, строим. И вот тут соседский дом тоже построим. Ребята, соседи заезжают. Что, воды уже не хватает? Так, а ну-ка. Не, нормально, что ты там? Всем хватает. Ну, там не хватает. На что поделаем? Ребята, живем без воды. Как говорится, дождь пойдет, помойтесь. Так, домики какие-то строятся по 2 штучки. Нормально, красивенько. Как раз возле этого. А за деревья нужно платить? А я даже деревья не могу построить. Да, деньги. Ребята, скоро к вам цивилизация придет. Держитесь. Электричество есть. Электричество есть, это хорошо. А вода? Вода минус 12 тысяч. Минус 6. Минус 41. Минус... А я прибыль буду какую-то зарабатывать или нет? Заводы, на заводы. Нужно налог. А я могу налог поставить на заводы? Нема. Вот. Что? $265. 263. Доход. Всего 262, 260, 209. А чё мало так? Ёшки-мотолки. А что вы так мало даете дохода? А что со светом? Не хватает света или что? Ой. Еще два чуть больше. Что там хватило? На среднем. Чуть больше. Так, что тут? Живем, живем еще. Как-то еще живем, ребят, давайте. Дома, еще дома, нужны дома. Нужны дома, где будем строить дома? Так, где будем строить дома? Вот тут еще построим дома. Тут еще местечко есть. Ребята, соседи к вам приезжают. Так, тут эти выселились уже. Ну, извините, ребята. Так, тут что? Сейчас вам тут еще поселю какой-то по одному. Конечно, дроссель. Ой, тут все. Тут загнулось все, кидание фени. Зря я тут построил все. Конечно, я могу тут построить какие-то заводики поближе, да? Что тут, хватает? Ага, тут не достанет ничего. Фу, елки-палки, елки-палки, елки-палки. Минус 12. Ну, как это в плюс пойдем? Минус 170. О, плюс! Плюс пошел, ребята! О-о-о! Все, жизнь-то налаживается. Сейчас плюс пойдем. Сейчас она, вот она уже. Сейчас, 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 вот. Вот тут, вот тут все можно. Местечко есть. Соседи сели. Опа, здравствуйте. Собаки гавкают. Так, вот тут что? Тут нормально, пусть будет что-то. Стоит этот маленький заводик, тут не строим еще. Тут тоже что-то строится. Вот тут можно, а ну-ка, вместиться что-то. Так, тут есть, все есть. Вот тут еще маленький кусочек что-то. Зафигачим. Давай, стройся, стройся. Так, вот тут что-то можно. Или что это? Ага. Угу. Ага, угу. Вот тут построим, как же. Тоже наше что-то было. Деревушка, ребята! Нам кредит дали. Фу, все. Та, все. 8 тысяч в плюсе. Так, теперь мы можем провести вот этим водичку. Вот так вот водичку. Как-то. Как-то так вот. Чтобы всем захватить. Все, ребята, давайте. Все, водичка сейчас наладится. Все наладится, ребят. Жизнь наладилась. Свет есть, вода есть. Все, только живите. Тя, давайте, давайте. Все, отлично. Вот этих выселим. Как говорится, они не выдержали суровой жизни. Все, наладилось. Сейчас вот тут наладится еще.
Мусор, а что, мне... А, мусор доступен? А за какой... А, 4000. За какой хрен я его построю? Так, ну придется. Придется тут чуть-чуть мусор. Может, тут где-то с краешка? Вот тут где-то мусор. В промзоне. А почему бы нет? В промзоне. Ну, где-то тут, может, да? Далеко. Ну, еще чуть-чуть можно. Чуть-чуть можно добавить. Вот так вот. Вот так вот где-то. Где-то вот так вот. Где-то вот так вот. Вот так вот, да? Подальше. Вот, и тут будет. Как-то вот так вот. Вот так будет. Все. Есть. 2000 осталось. Вот этим вода есть. Вот этим вода есть. А этим есть вода? Ребятка, это вон тоже водичка. Вот есть. Давайте, только живите. И сейчас свет проведем. Вот, вот, уже, вот она. Вот, давайте. Давайте. 1800. В плюс идем уже. Ребят, идем в плюсе. Отлично, отлично. Как раз 36 секундочек. Ой, минуточек играем уже. Сейчас мусорка приедет, ребят. Сейчас приедет, все, все будет нормально. Вот они едут уже, малыши. Вот они уже едут первые. Вот они уже поехали к вам. Вот-вот-вот, едет, едет. Сейчас заедет. Кому первому поедет? Так, оп-оп, отлично, отлично. Ага, сюда поехал. Все, заехал к деревеньку. Так, мусор, мусор, вывозим. О, пропал. Да как так-то? Бермудский треугольник? А чё болеем? Чё болеем? Чё болеем? Что, задание жилой зоны, граждан болеет. Почему грязные воды называют? Грязные воды. Так, грязные воды. Где-то стоит, наверное, этот. Где-то стоит у нас... А что застряется? Вот тут застряется, да? Застряется вот это. Так, так. А как я посмотрю? Вот я посмотрю. А где грязные воды? Там вроде нет. А, вот это. Значит, перенесем. Перенесем, ребята. Сейчас перенесем. Куда перенесем? Вот сюда перенесем ее. Или сюда. Вот. Тут нормально. Отлично. Все. Так, так, мусор сейчас приедет, ребята, подождите. Все, больше нигде не засоряется? Где еще засоряется? Все нормально, ребята, вроде все нормально. А что болеем? Вода? Болеет почему? Почва заражена из-за грязной. Да не-не, все, все нормально, ребят, не заражена, я перенес. Вот, чистенькая водичка здесь. Тут не достает. Тут не достает. Ну, может достать, но пока не достает. Все, сейчас все наладится, ребят. Все изменится, все наладится. Все отлично. Все отлично. Вот у нас уже денежка на дорогу хватит. Сейчас мы продолжим. Продолжим строительство. Шо вам не нравится? Дорога не нравится? А кто вас спрашивать будет? Ты смотри. Умничает. Извините, ребят. Извините, извините. Сейчас мы... Сейчас поправим. Подождите. Почему, блин? Ну не надо, зачем ты так? Так, так, подожди, надо убрать вот тут. Вот тут как-то. Оп, не то. Ну полностью беру. Вот так, отлично, вернулась. Здание вернулось или не вернулось? А ну-ка, зеленое. Так. Да, все есть или нет? Ага, все строится, да? Все, устроитесь. Как-то построились, ну построили, все отлично. Только мы тут уже будем заселять горожан в притирочку. Ладно, чтобы вода хватило. Так, медицина подождет, потому что у нас пока денег нет. Пусть едет в соседний город. Правильно? Потому что. Так, вот, отлично. Теперь вот такие коттеджики будут маленькие. Ну, это деревня, что вы хотели? Типа какого-то загородного домика, знаете. Строимся. Отлично, отлично. Пошла движуха. Сейчас, ребят, проведем водичку. Так. Еще тут пройдем. Ага, дули с маслом чуть подальше. Чуть подальше как-то провести надо. Где-то вот так вот. Даже чуть дальше, чтобы захотело. Вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Потому что. Что? Мне не хватает на медицину. Сколько? Вон он сколько стоит. Нифига себе, 10 тысяч. Ребят, едете в соседнее село. Так, что там? Вода есть?
Электричество терпит, да? Можно бюджетика чуть добавить, да? На электричество. Так, а вот мусорка. Пока мусорку на бюджет чуть убавим. Медицина. Что медицина? У нас медицины вообще нету на фермы. А, мы ничего не платим. Ну и все. Кредиты. Взять что можно? А мы отдали кредит? Стоп. Мы отдали кредит? Наверное. Еще 20-ку возьмем. Возьмем 20-ку на кредит. И построим медицину. Да, вот тут ближайшую. Где-то в центре. Где-то тут в центре можно построить? Как-то так, в центре. Может тут как-то построить? Чтоб выезжала. В центре. Или здесь. В районной поликлинике, чтобы было. Достают, а тут достают. Сейчас сделаем красиво. Сейчас красиво сделаем. Так. Так вот. И вот так вот. Так вот. Да что-то недовольный, сейчас тебе медицину тут поставлю. Вот. Тут будет тебе медицина. Свет тут есть. Домики. Домики застраиваем. Давайте. Стройте домики. Так, 41 минута. Так, ну думаю, пока хватит. Все отлично, да? Тут какие-то цистерны стоят. Заводики работают. Мусор. Мусор еще дофига. Придется, наверное, чуть добавить. Бюджет на мусор. Потому что не справляется. 100% поставим. 101. Вот так тут 100, 101. Светом чуть больше, потому что не хватает. Чуть больше зоны, да? Вот так вот. Вот так вот, в зеленой зоне держится. Свет держится. Ни больше, ни меньше. Отлично, медицина тут есть. Все довольны. Все, домики, смотри, какие у них домики. Коттеджи красивые, у каждого свой. Все супер. Ну, чуть-чуть, сейчас, ребят, потерпите. Сейчас мусорочки приедут, и все будет нормально. Так, что болеем? Вот тут, да? Вот тут загрязнение? Так, тут загрязнение. Возможно? Или чего загрязнение? Так, что болеем, ребят? Что болеем? Ага, вода. Грязная вода вызывает отравление. Хорошо, какая? Что она грязная? Тут вроде ничего ж нема грязного. А чего вы болеете? Я не понял. Где стоит еще? Я тут убрал. Тут тоже убрал. Тут нет. Тут уехали. Не знаю, странно, что уехали. Тут уехали. Тут болеют. Тут мусор. А где еще? Вот эта коричневая штука показывает. Ну да, вот это она показывает. Типа она загрязнена. Так, у нас вроде промзоне нету. Или нема, что ты болеешь? Ну ладно, давай перенесу. Давайте куда-то перенесу. Вот тут. Давай поставлю тебя тут. Вот тут поставлю. Тут болеют люди. Болеете, ну и пошли вон. Сейчас мы тут построим просто какой-то коттеджик. Построим два маленьких коттеджика и все. И все, люди довольны, приедут. Вот тут можешь болеть за этого? А ну-ка. Да нет, тут тоже нормально. Тут болеет, тут... Да где вода плохая? Ребят, где вода плохая? Вы видите плохую воду? Я не вижу, тут нет. Тут-то... Тут что? Тут ничего. У нас сколько? У нас вот... Сколько у нас этих вышек? Вот раз. Раз. Два. Три. Четыре. Ну и что, деньги? Тут нет. Здесь-то вроде далеко. И здесь далеко. Можно закансилировать, не знаю, может будет так нормально. Она сейчас просто туда-сюда пройдет. Как-то так, может, не знаю. Тратим деньги просто впустую. Так, еще бюджет, наверное, на мусорку. Потому что не справляется. Сильно мы засрали с мусорками. А что вот такие сиренишки? Надо же сюда не успевать доехать.
Сейчас у нас мусорка переполнится просто. А, 1%. 18 машин. Мусорка используется 0. А почему 0? Где мусорки? Ну ладно, давайте. Фигачьте, бюджет на полную. Сколько? 19 машин всего лишь? А где они вообще? Ездят где-то? Да вот мусор тут заберите. Чего вы не забираете этот мусор, ребят? А где мусорки? Зависла, что ли, игра? Не пойму. Вы видите мусорки? Это мусорка? Где мусорка? Где мусорка? Мусорка, мусорка. Ну вот мусорка, да? Дома грязные, где машина? Так, вот одна. Я одну вижу. Одну вижу. Едешь ты куда едешь? Сюда едешь. А где остальные? А где остальные мусорки? Ребята, ты видишь мусорку? Так. Я вижу только одну машину. Где остальные? Почему едет только одна машина? А ну-ка, на первую скорость. Где остальные машины? Почему едет только одна мусорка? Одна из 19, две. Что такое? Давайте выключим. И включим. А ну на работу возвращайтесь. Одна. И все. Уехали. Куда уехали? Давайте работайте. Почему одна машина? Может полностью убрать бюджет? Сейчас, оп. Сколько? Одна из четырех. Все равно одна из четырех. Это баг какой-то или что? Не пойму. Одна из 19. Что за дело? Что за дело, ребят? Вот, одна маршрутка, говорю, одна маршрутка идет. Где остальные мусорки? Уехали в город куда-то или что? Странно, если честно, не пойму. А, о, вторая появилась. О, вторая. Две. А где еще? Очень непонятно. Так. Ребята, на этой прекрасной ноте, у нас чуть-чуть мусор когда-то появилась. Засрались люди немного. А что поделать? Кому сейчас легко? Накопился мусор. Да, я вижу, что накопился. И люди от воды болеют, да? А что вы болеете от воды? Я что брал воду? Вот тут болеет, тут болеет. Что тут? Почему болеет? Горожане болеют из-за загрязнения почвы и забиваются от загрязнения сооружения поблизости. Избавьтесь от загрязненных сооружений поблизости или обеспечьте больше медицинских... загрязнений. Зданий загрязнений. То есть вот это что? Это что? Это мусор типа засоряется. Эти засоряются. А чего вы засоряетесь? Ребят, ну... судьба такая, придется жить. Вот эти вообще выехали, видите? Сейчас мы вот это все... переместим сюда, и тут все будет чистенько, красивенько, тут все будет строиться. Да, вот сюда построим, перенесем сейчас все сюда. Сейчас быстренько перенесем большие здания. Так, на 4, да? Или на 3? Вот так, на 3. Чтоб место было, да? На 3, на 3. На 3, на 4. Вот-вот. Вот так будет у нас тут такая своя небольшая промзонка. Сейчас мы оттуда все поубираем, чтобы им не засиралось тут ничего. Вот эти основные маленькие уберем. Уберем, чтобы им не бесило. Вот, отлично, убираем. Пусть уезжает. Так, вот тут маленькие, что тут? Маленькие здания. Ну, никакие нормальные, в принципе. Как бы нормально, но загрязнение очень большое, да? Смотрите. Хотя тут ничего такого особенного нету. Вот это засирается сильно. Тут маленький, что тут ничего такого, радиус.
Тут ничего, тут нормально, вода что? Вода ничего. Нормально, пусть будет эти два. Два здания какие-то. Это ты будешь? Все сейчас туда переедут. Мусорка, так. А что ты не забираешь тут? Заедь сюда, забери, елки-палки. Вот, заедь, ну заедь тут, забери мусор. И в город заедь сюда. В общем, по мусору какая-то непонятная ситуация. В общем, в следующей записи, да, разберемся, что к чему и что как. Всем спасибо, ребята, за визит в мой канал. Посмотрите видео до конца, поставьте пальчик, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует. Будем строить новый городишко. Всех обнял, поменял. Пока, до новых встреч. Боже мой, как приятно. Я поселился в этом городе. Все замечательно. Правда, иду сейчас на работу. King Residence. Было прекрасно, пойти и установили автобусы. А так приходится ходить пешком. Очень мне нравится. Я мама трех ангеловчиков, хожу в универмаг за продуктами. Сегодня хочу купить я немножко покушать, каких-то помидорчиков, чучело новенький салатик какой-то. И я водитель грузовика, работаю уже без смены 48 дней, зарплату не увеличивают, уже устал возить мусор, город засрался, ни мусор не сортируют, никакой экологии, буду жаловаться. Меня зовут Уилла Кэмпбелл, я работаю на фабрике, иду пешком, на машину еще не заработала. Вот приходится ходить пешком. Очень бы благодарен Мэнру, если бы он построил бы автопарк какой-то, такси хоть какой-то, или может общественный транспорт бесплатный. Очень было, потому что я устала ходить и нема времени на спорт. Вот так вот. Меня зовут Уолтер Прайс, я работаю в фабрике Box Factory. Моя задача делать картонные ящики. Машины нету. И, естественно, семьи тоже нету, и девушки нету, и денег нету. Пока ничего нету, я живу в небольшой резиденции. Вот такая вот у меня есть мой бойфренд, его зовут Эншон Ричардс. Мы с ним, как говорится, два взрослых мужчина нетрадиционных ориентаций. Вот такие вот мы ребята. Меня зовут Оскар Гринвельд. Школы нету, я прогуливаю, и папа сказал идти работать на завод. А я вообще хочу покурить немножко травки, поиграть в футбик и сходить с соседкой Нинки.